Ну, купила, да, покупала продукты, и обычно я как бы запасы, знаете, запасы обычно тоже так немножко покупаю. Понятно. Так что вот. А я в прошлый раз, думаю, заеду к вам. Но я уезжал, меня не было же здесь. Вы на видео снимаете опять? Мы в эфире, да? Ну да. Понятно. Так что. Ну, вы знаете, вот смотрите. Вот смотрите, часть электричества горит. Вы там вот посмотрите, на третьем, на четвертом, а часть не горит. Смотрите, вот здесь. А может, у вас проблема с автоматами, их поменять надо, они не выдерживают. Не выдерживают? Да, может быть, их можно поменять, купить новые. Так, а я уже покупала новые, это буквально пару месяцев назад. Пару месяцев назад? Да, там в марте, в апреле. Может, вам слабые поставили, просто они не выдерживают. Не выдерживают чего? Нагрузки? Да, конечно. Тогда бы они просто врубались, и все. Он бы вырубился, и все, понимаете? Но он когда не вытягивает, он не врубается. А что он делает? Он просто контакт делает, и все, и не включает свет. Ну, он сгорает внутри, вы его не увидите. Так тоже, конечно, спокойно. Нет, вы понимаете, у меня уже было так отключено, и с этими автоматами все было. А потом оно все подключилось обратно. Значит, они с моими автоматами это делали. Да нет. Ну, посмотрим, конечно. Если с вашими, то будем менять. То есть вы можете посмотреть, да? Да, я посмотрю. Ну, знаете, да, давайте, вообще, знаете, сейчас я вам покажу. Раз, знаете, только убрали шнур, понимаете? Раз мне нужно подключить мой газовый котел вот к этой штуке. А где газовый котел? У меня на первом этаже. К этой штуке надо. Вы знаете, вот в эту дырочку надо продеть шнур. Сейчас я вам покажу. Он находится у меня в гараже. Вот смотрите, здесь была газовая плита. Я понял. Вот с этой штукой его надо протянуть, вот в ту дырку, вот там дырка есть, вот, в эту дырку наверх, вот это, сейчас я вам покажу, здесь и соедините эту штуку. В общем, все, пойдемте, так уже было. Подождите, я не понял, вам нужно провод спустить вниз. Нет, там, вот оттуда. Оттуда провод поднять наверх. Да, а здесь его соединить. Зачем на эту штучку, этот провод вам нужен? Чтобы я подсоединила газовый котел к моей вот этой электрической розетке, тогда, ну, к розетке к этой, потому что розетка не работает в общем, розетке. Вам нужно туда ток, чтобы оттуда включить здесь, правильно? Да. Смотрите, вам нужно кабель спустить вниз, мы чтобы его подключали нижний. Нет, у меня удлинитель, есть. Мы его поднимем. Через эту дырку. Хорошо. Здесь соединим, хорошо? Я понял, хорошо. Мы это сделаем. Давайте для начала вы мне покажите, что у вас там. Сейчас, подождите. Ну, это самое главное и основное. А ту верхнюю воду можно отключить? А зачем? Я чуть не промок. Верхнюю воду? Да, я чуть не промок просто. Пойдемте. Ну, понимаете, а вы же не будете под этой водой стоять? Нет, ну стоять я не хочу, но когда пробегаешь, ветер же дует. Ну, так а что, подумаешь, дождик, такой дождик был ночью, понимаете, попал под дождик. Ага. Нет, а зачем выключить воду? Нет, не могу я выключить воду. Нет, это не в моих целях, просто когда я прохожу, вы выключите, а потом включайте, сколько хотите. Не, ну хорошо, а зачем вам туда проходить? Вы не будете сейчас туда проходить, мы же идем в гараж. Да я понял, я говорю, когда я буду уходить. А, когда вы будете уходить. Чтобы не промок. Ну, слушайте, так а вы там только чуть-чуть пробежала и все. Хорошо, ладно, пошли. Я даже не понимаю, все, понимаете, ладно. Вы чего? Татьяна, все. Можно спорить бесполезно. Нет, так а чего здесь, смотрите, вон она, посмотрите, пробежал, и все, какая тут вода. Так. Какая тут вода, тут ничего такого особенного. Что, соседи уже переехали? Какие соседи? Ну, вообще. Вот эти? Да. Я понятия не имею. А куда они переехали? Не знаю, мы просто теперь. Они что, могли переехать уже? Да я не знаю, я не в курсе. Я просто спрашиваю вас. Я тоже не в курсе. Да? Да, я тоже не в курсе, так, куда они могли. Понятно. Вот смотрите. В общем, сейчас я вам покажу. Вот она. Знаете, вот этот провод, надо засунуть в ту дырочку вот наверху. Вот смотрите, здесь лестница. Смотрите, берете лестницу. Подождите, лестница мне не нужна. Объясните. Сейчас я вам объясню. Просто, знаете, вот эту штуку, не надо его мотать. Вот эту штуку нужно сюда пропихнуть наверх. Зачем? Можно сделать наоборот. Можно оттуда просто спустить ее и все. Зачем отсюда? Лишний Нет, раз. Нет, так уже было. Вы не понимаете. Сейчас я вам объясню. Подождите. И там наверху... Вам нужно, чтобы у вас работало, правильно? Давайте я сделаю так, как я знаю. Нет, как вы собираетесь сделать? Я сделаю, все будет работать. Минуточку. Вот эту штуку, смотрите, вот этот газовый... Вот эта штука, она остается здесь. Я подключаю газовый котел вот к этой штуке, а эту штуку я подключаю к себе наверху. Я просто хочу понять, где, что, как. Я же должен безопасно это сделать. Так уже было так сделано. Подождите, это отсюда, правильно? Да. Это его провод. Это удлинитель. Я понял. Вот это включается в... Это нужно будет присоединить. Туда.
Нет, это к этой штуке надо будет присоединить. Ну, я понял, к этому концу. Да, все да. Понятно. Это у вас его кабель, да, правильно? Это не его, это просто удлинитель. Я понял. Ну, я имею в виду, что... Я включаю вот газовый котел, мне его нужно включить в розетку. Вот газовый котел, вот эта вилка, я его включу сюда. И вот этот удлинитель мне нужно включить у меня наверху на втором этаже. Что вы предлагаете? Все, я понял. Надо лежите. Вы идите туда, на второй этаж. Я сейчас буду пробовать. Вот через эту дырку? Да. Через эту дырку. Вы сможете его поймать? Ну, смогу, да. Держите тогда. В общем, короче, а что вы с ним будете? Зачем вы его... А, то есть, короче говоря, в общем, вы его туда... Я делаю так, как вы говорите. Ну да, хорошо. Хорошо. Давай. В общем, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, это я. Просперочка. Моя хорошая, моя маленькая. Ну ты ж под ноги попалась. Ты ж там под ноги, прям это, Проспера.